Куру мейвалар вучудумызға керекле олған витаминдернің менбасы сайла. Оларның әрбір чешеті файдалы моделерге байдыр. Рамазан айында куру мейвалар да популярдыр. Олар мұдлақ, әрбір софрада олмалы. Куру мейваларның қайсы чешеті ән популяр весі қалынмақта? Оларның орта фиаты. Бұсы олерге чеваплар бұзым лепхамызда. Больше пользуется спросом финики. Цена от 350 до 150 рублей за полкило. Также спросом пользуются курага и орехи, которые богаты витамином. Цена разная, от 250 до 500. Орех от 700 до 900 рублей. Элбетте эпосы куру мейвалар вучудымызға яхшы тесірете. Шынын үчін әрбір чешетінің айры файдасы қында мутихасыз, нутрициолог Мерьем Асанова или субетлештік. Ве ошу емешлерінің теркіба қында бізлернен пайлашты. Сухофрукты – это источник полезных веществ, витаминов. В них содержится много пектина, витамины группы В, А, каротины также. Например, финики благоприятно способствуют нашему пищеварению, оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему. В пост ураза сухофрукты благоприятно влияли также на наше пищеварение и на наше самочувствие как в целом, потому что в сухофруктах находится полезная фруктоза, глюкоза та же самая. Бүгін құру мейвалар не қадар файдалы олғанына, ве вучудымызға яқшы тарафтан тесір еткеніні анладық. Шынуны чыналарыны әр күн ашамақ мүмкін.